расстроишься, как казалось бы, больше, чем на прошлом. Терекс СЕ, В2, Коптер Х, Поляков, Вадим... Опять этот пульт ужасающий. Очки вот надень лучше, чем мой пульт критиковать. Не, шасси в бане сниму, но а чё? Тяжелый вообще. Хоть посмотреть, как мой вертолет летает со стороны. Что-то не нравится, да? Помню. Какой флайментер? С какой, что ли? Да не с какой, да с какой. А что у меня с какой? Ничего не было. Он недавно его продал. Продал? Кому? Я что-то эту историю не знаю. Сейчас мы закончим полет, спросим. На скаку? Не, у него скакун был, а больше, по-моему, ничего не было. Зато как висит. О, газу дал, он сам идет за ручкой. Чё ты говорил-то там, мы ничего не слышали. Между... Уводит хвост. Так потому что... Сворачивай оборотов, но... Конечно. Но это нормально. А у тебя нету микса на хвост? Ну, не делается? Ничего, почему делается? Я ничего не делал. Так сделай, пройдет эта фигня. Зачем? Ну, сейчас вот крейзи пилоты остальные попробуют.